Так, короче, лови рецепт очень вкусной куриной грудки. Ее нужно отбить какой-нибудь специальной штукой, у меня вот такая. Затем ее надо натереть солью с двух сторон. И черным молотым перцем. Также тебе понадобится одно взбитое куриное яйцо и панировка. У меня вот такие хлопья. Сначала закидывай грудку в яйцо, потом в панировку и на сковороду с растительным маслом. Обжаривай с двух сторон по 3 минуты. А пока обжаривается грудка, бери помидор и нарезай его кубиком. Добавь к нему рубленную петрушку, зеленый лук, тертый сыр и чеснок по вкусу. И перемешай. Бери форму для запекания, отправляй туда куриные грудки. Сверху на грудке отварной картофель, натертый на крупной терке. И помидоры с зеленью, сыром и чесноком. Ну и отправляй в разогретый железный шкаф 200 градусов на 15 минут. А у меня уже все готово. И это офигеть как вкусно. Переходи ко мне на страницу, у меня там много вкусных рецептов. И не забудь подписаться, мне будет очень приятно.